просто непривычно. Саша, конючки, они не должны быть лыжами, понимаешь? Почему? Смотри, у нас на конючке есть зубчик, есть средняя часть, есть пяточка, да? Если ты хочешь встать на зубчик, то встаешь как? На носочек, ведь правильно? Вот. А если тебе до носочка еще вот столечка в конечке не хватает, ты как? Ты просто не будешь нас чувствовать неправильно. Понимаешь? Поэтому давай мы сейчас так померим. Попробуем еще разочек. Так, вот здесь у нас что, силикон? Вот, ну, давай еще берем, сейчас все. Все, берем. Пока, ладно? Все, берем. Тут у меня... Ну, пока нам одну ножку. Важно посмотреть, дальше посмотрим. Вот это смотри. Хорошо. Саш, слушай, носочки возьми те, с удовольствием, пятна, Саша. Так торчать не будет, ладно? Потому что здесь будет складочка и можно натирать. Хорошо? Да. Все как? Натирать как? Больно. Давай, пяточку берем. Носки огромные. Вот так хорошо сейчас? Хорошо? Я сейчас тебя завяжу. И ты попробуешь пройти, ладно? Ну, давай сейчас тобой оденем. Давайте одну прямую дубушку. Одну только. Ну, какой-то как-то прямой. Прогибайте спиночку. Из полного приста Ир, из полного приста много старше не даем, ладно? Вы на стопу наталкиваетесь! Так, баба отойдите в зал, подушка. Надо потуже, но слишком туго, Саша, нельзя, иначе что на ноги насадишь, ладно? У тебя ножка узенькая, конечно, сама по себе так чувствую, да? Да. Если будете завязываться, как тебе удобно. На ногу, на ногу, приходите, вы на стопу дорабатываете. Знаете, ты опять все висишь, плечи на ушах, стопы не работают. Раз, я ведь все вижу. Куда ты вот так висишь, подтягивай стопу. И я. Одна, стоп. Так, а что у нее плечи задраны? Для на стопам она не работает. Как доказывается? Перекидной ногу же. Настя делаешь? Вот, футболки, я знаю, как тебе объяснить. Надо тысячу маленьких делать. Ну, Катя, стоит рядом. Которая в этом...